Июль 2022 года вполне может стать месяцем, когда вам покорятся даже самые смелые замыслы. Что приготовили звезды в июле 2022 для каждого знака зодиака? Водолей. Июль 2022 года – это период социальной активности Водолея, которому не удастся затеряться в толпе. Он будет обращать на себя внимание и обретать популярность во многих сферах жизни. В июле успех в работе и карьере Водолея будет сильно зависеть от его личных качеств и мировоззрения. Рабочие отношения будут под угрозой, особенно если вы решите вмешаться в какой-то конфликт или спор. Держитесь в стороне, иначе окажетесь виноватыми. Июль – удачный для собеседования и рассылки резюме. Успех во многом будет зависеть от коммуникативных талантов Водолея. Опасайтесь мошенничества. В первой половине месяца оно особенно вероятно. Во второй половине месяца убытки будут незначительными, но их может и вовсе не быть, если вы будете прислушиваться к своей интуиции. Июль 2022 года для представителей знака будет стабильным в плане любви и отношений. Партнер поддержит Водолея и поможет ему преодолеть все трудности, которые ему готовит месяц. Представители этого знака тоже не останутся в долгу перед своими половинками и отплатить щедро. В июле водолеи могут податься случайным интрижкам и мимолетным романам. Будьте уверены, что это не оставит после себя приятные впечатления. Напротив, вероятны конфликты и неприятные сплетни в будущем. Сейчас нужно быть максимально честными с окружающими. Одиноким представителям знака не стоит начинать отношения в этом месяце, а дайте предпочтение встречам с друзьями. В июле водолеям как можно чаще нужно проходить оздоровительные процедуры. Старайтесь максимально расслабить свое тело и отключиться от негативных мыслей.